Друзья, всех приветствую на моем канале. Удалось ли нам пристроить трех алабаев, которые раньше жили в фермерском хозяйстве, а потом вдруг стали никому не нужны? Да, удалось. Итак, знакомьтесь еще раз, это уже счастливая Джина. Она осталась в Нижнем Новгороде. И теперь она имеет свой дом, свой двор, свою будку, миску. И в миске не только сосиски, а даже очень распрекрасное мясо. Мне прислали видео, как только она появилась вот у этих людей во дворе. И я вот понимаю, что теперь у нее есть еще и маленький хозяин, который с ней лазит. Есть вообще любящая большая семья. Она вполне счастлива, ее хорошо кормят. У нее есть двор, огромный сад. И еще даже скотинка-животинка, которую она должна охранять. То есть все у собаки, в общем-то, наладилось. Она прекрасно сидит на цепи, поскольку они и сидели на цепях там в полях. А теперь вон у нее свое какое хозяйство. Она одна, единственная любимая собака. Я, конечно, очень рада за нее. Ее подружка Дейзи, белая с черными пятнами, тоже подружка по несчастью, как говорится. Она уехала тоже в новый дом. И она уехала, кстати, самая первая. За ней приехали с другого города, аж из Подмосковья, практически на следующий день после того, как вышло мое видео. Вот она в машине, только что ее посадили, поехала. Здесь она уже у себя в новом доме, только-только по приезду. Вот только ее начали знакомить с территорией. Ну, хочу сказать, что мне владельцы присылали тоже как бы отчеты, приветики от нее. Она очень быстро влилась в коллектив, скажем так. У нее там друг еще, белый кобель Алабай. Я так понимаю, что у них очень такой хороший альянс. Но, кроме того, оказалось, что Джин еще подружилась с домашней скотиной. Вот тут на фото мне прислали, что она у себя приютила курочку. И, в принципе, хороший такой интерес проявляет к другим собакам и животным. Ну, а с Алабаем у нее просто, видимо, любовь. Присылают фотки, где они вдвоем. Ну, и видно, что на видео собака, в общем-то, счастлива. Она хозяйская, она теперь тоже любимая. И тоже не сидит в поле просто так и не знаю зачем. Я, конечно, тоже очень рада за Дейзи. Огромные поклоны, спасибо новым владельцам за нее, за ее, как говорится, счастливое будущее. Ну и меньше всего повезло, конечно, Пусику. Это кобель трехлетний. Очень долго его не могли никто забрать. И буквально на той неделе он только уехал в новый дом. Все это время его, конечно, подкармливали. Он неплохо выглядит. Отличная собака. Уехал он на работу. Места не столь отдаленные. Забрали его кинологи. Ну, я так понимаю, что он будет теперь у нас охранять все, что положено в нашем государстве. Я желаю ему тоже хорошей работы, хорошей жизни. Ну, я знаю, что туда, куда он уехал, там очень хорошие кинологи, хорошее кормление, хорошие условия жизни. Я надеюсь, все у него сложится. Но это все-таки лучше, чем сидеть одному, как говорится, одинешеньком в поле. Тем более, что хозяйство продано, и, скорее всего, что новые владельцы просто бы его отпустили гулять на волю. Уж не знаю, что лучше, как говорится. Может быть, и на воле бы он нашел сам себе хозяина. Ну вот, так получилось. Я надеюсь, что вы поддержите мое видео лайками, комментариями. Всем хорошего дня, всем пока.